Вместо 6 миллионов рублей, выделенных на День города, мэрия потратит всего 360 тысяч. Гигантская экономия на празднике получилась из-за онлайн-формата всех мероприятий. В этом году не будет ни фейерверка, ни детского карнавала, ни шоу фонтанов. Официально Днем города объявлено 19 июня, но с десяток онлайн-мероприятий начались сильно заранее, с 12 числа. Это и танцевальный челлендж в знаковых местах города, и запись массового клипа гимна города, и дистанционные экскурсии, и видеопоздравления из 30 стран. В сам День города 19 числа пройдет трансляция концерта духового оркестра. Будет и сюрприз на главных городских часах. Городские часы в очередной раз пробьют свою праздничную мелодию. Это будет гимн города. Наверное, все уже заметили, что с 1 июня на общественных остановках транспорта размещены красивые виды города с QR-кодами. И вот как раз эти QR-коды ведут на те мероприятия, которые можно присоединиться будет и сейчас уже, и 19 июля.